Тем временем смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Алматы. На месте происшествия погиб один человек и 25 получили различные травмы. 22 пассажира госпитализированы в больнице города. Их состояние средней степени тяжести. Произошло это на пересечении улиц Сейфуллина и Макатаева. Столкнулись автобус 18-го маршрута и легковой автомобиль. В департаменте полиции сообщили, что за рулем легковушки находилась 28-летняя женщина. Она допустила столкновение, выезжая с парковки торгово-развлекательного центра. В итоге водитель автобуса выехал на обочину и наехал на здание магазина. Полицейские завели уголовное дело. Также у нас пострадали трое подростков в возрасте 14-15-16 лет. У одного там ушиб мягких тканей носа, у второго там перелом костей, у третьего там перелом большеберцовых костей. Все сейчас проходят необходимую медицинскую помощь. Всем пациентам оказывается полная необходимая медицинская помощь на месте.